I am Brother Matthew. Thank you for tuning in once again. He will lift up Jesus ever. Delivered by our General Superintendent, Pastor W.F. Kumoye. No, it has proper video. I'm talking to you on the dynamite and the dynamics of faith. Я хочу говорить вам о динамике и динамите веры. There are some words associated with those two words. В этим словом связано кое-что. Something so you have a dynamo. Вы знаете, что такое динамо? Let's say you have a rock somewhere. Я его мы используем динамо. Если у нас Если у нас где-то есть гора, and the rock or the mountain is hindering you. И эта гора нужно было убрать, дорогу. You want to cross from this side to that side. Допустим, когда строится город или строится дорога, but you don't have any road. И не, надо было пройти, any path that will take you from A to Z. А гора мешает нам. And your mind is on that side. Если мы хотим построить эту дорогу, you want to get there. То нужно что-то делать с этой горой. But the rock or the mountain is disturbing you. Вот и нужно убрать каким-то образом эта гора. You need a dynamo. Для этого нам нужно динамит. Динамит. That will blow away that mountain. Вот и динамитом можно взорвать и убрать полностью эти горы. And then you can construct the road from here to the place you are going. После того, как вы убрали горы, тогда у вас открывается дорога. Many times, пройти к своей цели. Many times there are problems standing before us. Слушайте, также в нашей жизни бывают проблемы стоят как горы. There are mountains and rocks or problems. Yes. Гора проблем бывает в жизни you каждого. Get stuck, you stay there. И эта гора останавливает нашего продвижения. You want жизни. To move on, you cannot move on. Мы хотим иметь прогресс в жизни, но мы не можем. And you want some progress and promotion in your life. Мы за счастью, мы хотим получить просветание, продвижение на службе, но мы не можем из-за горы проблемы. You have the skill. Может быть, у вас есть. You have the ability. У вас есть способность. У вас you have есть талант. Vision. У вас есть, ну, энергия. You have a dream, you want Может to go somewhere. У вас есть хорошая мечта. And you have all the resources. Но что-то мешает вам. But there's something outside of you. Типа гора, которая больше вас. Something beyond your control. Что-то над чем вы не могли никак повлиять. It has remained there for a long time. He мешает и держит вас. Like a mountain that will hinder you. Так же как та, ну, гора, ну, препятствовала той дороге. You need a dynamite to blow it up. Для этого же и нужна динамит, чтобы взорвать это препятствие. And поэтому сегодня what we come to talk about то, о чем мы будем говорить с вами, is that dynamite and the dynamics of faith. Мы говорим с вами о силе Бога, который называется динамит. И этот динамит высвобождается через веру. Faith can do much in our lives. Слушайте, вера в Бога, она разбутает, как эта зерчатка, как динамит, который взрывает все с нашей пути. In Hebrews chapter 11 verse 1. Евреям 11 глава 1 стих. It says now faith is. Сам говорит так как раз о вере. Those words are very important. Написано вера же есть. There is a now of faith. Вера это то что есть сейчас. There is a present tense of faith. Вера это то что действует. There is a present action of faith. Вера это что-то no, действительное, действующее, живая. There is a present manifestation of faith. Вера, это то, что действует именно сейчас, не в прошлом, не завтра, а сейчас. It is a faith that now is. Вера, это то, что действует настоящее время. That means something that is still at work. Это значит, что верою нужно работать, верою что-то надо делать и осуществлять. It means something that is present today. Это значит, что вера, это не просто что-то, что у меня есть, который я в тумбочку ставлю. And а it is вера, a faith that is going to work in your life now, this то, что я использую постоянно, чтобы менять обстоятельства своей жизни. I'm talking about this faith. Поэтому говоря о вере, it says it is the substance of things hoped for. Написано, что вера же это ожидание. A substance is a reality. Это уверенность в том, чего мы ожидаем. Substance is tangible. То есть это то, что мы знаем, что мы уверены, что substance
is visible and touchable. Sometimes a substance is what comes into your life. You are hoping for it. Your faith brings that hope into reality. Hope. Hope is like for the future. Надежда это на будущее. Sometimes it's for the present. Но вера это то, что приносит то, чего нету еще в реале. And it приносит faith, настоящее время. It is faith that brings the future to the present. Именно вера приносит будущее невидимое, не материальное и делает его материальное явное. You can begin to think about what you have been hoping for in the future. Что вы ожидаете на будущее? То, чего еще нет. Что? А что вы надеетесь? На что вы надеетесь? Чего вы ищете? Поверьте, что оно вот сегодня у вас появится. Это и есть вера. I hope to get well. Может быть, вы думаете, Господи, как это нас веселится? Brings that catching well to the present tense today. Когда у вас есть вера, вы говорите, что? Я буду здоровым. Не только когда-нибудь. Сегодня я стану здоровым. Вот это и есть вера. You are in the wheelchair. I hope in the future to get up and walk. If you do, you know, you pick up Danny Buyapa, Paidu, no, Parabota, Zarabota, Ninakadanibut, Sivonia, Moy Nogi Zarabota. It is faith that brings that future expectation to the reality of today. Even no vera, prenosit is Mirianosti, is Mira, no abstracti, and no privodici of Nastayasho Emir. You have a mother, you have a father, you have a child that's about dying. Moja bivikavota privili, katoritije no banoi, nas grane smerti. I hope my father, my mother, my child will get well. If you do it, he's now Gospel. Moja moivo rosvenika te isilish, ne, ni nadejda. The hope is in the future. But faith is the substance of what you are hoping for in the future. No, kagave toshna verity. So eta iproiza idiot. Sishas vis 90 toshna eta proiza idiot. Si vone ya ivo palushu. I hope to get married. Yebo yebo tuta isvas moje genisa. It is faith. Viduma is it no that brings that marriage into reality today. Nada nade isa kagani but yam nada go to gospel ya zero to be a vetom gadu vot eta. If you're married and there's no child in the family, it is faith that's going to bring that into reality today. Even of vero you for ya no ajidani to rebuono pa yavlai sav to yom to utrobe. That's why it says now faith is. Kaita mo ina pisa na sho vera je yes, see that yes. The substance of things so far. Eta yes. No, asuches flenye, toshivo me ajidaye. And the evidence of things not seen. I uverinos, nividimum, uverinos. You see those words, evidence. Uverinos, to me anoje yes. And then not seen. Titov shom ya isho nivishu. Evidence is visible. Toshivo ya isho nivishu, ya ujiz nayo. Evidence is what you can see. Uverinos, nashe fio, hano voto me anaruka. And then it says, not seen, invisible. Faith is a bridge that connects the invisible with the visible. Yes, Vera. Vera prenosis is nisoches. Who shiva mira prenosis ivovu reane. And so today, if there are things you have not seen, faith will bring an evidence. If there is something you are hoping for, thinking far away into the future, faith will bring the substance and the reality. Yes, broker. There is a dynamite of faith. Oh, what a dynamite, right? A dynamic of faith. The dynamics how faith works. See, I know about like a dynamite. The dynamite is a power. Dynamite, it's a sila. The dynamite, that's a power. Dynamite, it's a yes, zreshatka, sila. The dynamics, that's a process. A dynamica, it's a process. The process by which that power will work in your life. Dynamica, it's a toka.
And there are three things we're going to talk about. As you look at the dynamics and the dynamite of faith. Number one, there's a description of faith. It is when you describe something. You know whether you have it or not. And sometimes you have the faith. We describe it to you. You may not know that you have it. You have what is called a dynamite. Or you need as the dynamic support to make it work. And so number one, I have the description of faith. Number two, the demonstration of faith. This is faith. How do I demonstrate that faith? So that I will know I can operate the dynamics of my faith. And finally, the declaration of faith. That is, you open your mouth and declare your faith. And demand something by your faith. You make a decision. I declare this. The declaration of faith. Number one, description. Number two, demonstration. Number three, declaration. In Matthew chapter 8, we have a description of faith right there. And this was a man like you, like me. That knew how to describe faith. He knew how to get what he wanted. He wants something from the Lord. And it is your faith, remember. That brings the future into the present. It is your faith. Yes, that brings the invisible to become visible. Matthew chapter 8, I'm reading from verse 5. Matthew, verse 5, glover, be artistic. And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him, pleading with him, praying, and asking for something. Here it says, a centurion. Sometimes your profession helps you. Sometimes your profession hinders you. And what a wonderful thing. If you make your profession to help you in the path of faith. This man was a centurion. The captain of an army. And he had about 100 soldiers under him. And he knew about power. Soldiers know about power. The army knows about power. The centurion knew about power. The sotnik, etat palkovnik, and he said, He also knew about the process of manifesting that power. The power and the process. The dynamite. The dynamite and the dynamics. The centurion had a challenge. His servant was sick. See it in verse 8. In verse 6. And saying, Lord, my servant lies at home sick of the palsy, grievously tormented. Gospodis, lugamoi legit doma,
Расслабление, то есть парализованное. И жестоко, жестоко страдает. That centurion had his sick servant. То есть у этого человека есть был у него помощник, который болел. He wanted that servant to be healed. Он за него сильно переживал. He knew Jesus had the power. Он знал, что у Бога есть сила, чтобы укрепить его сосуд. He knew what he to do. И он знал, что нужно делать. Connect the healer with the sick. Он увидел ответ. В Иисусе есть ответ. Он Бог. Он все может делать. А как мне принести это здоровье от Бога моему слугу? Он знал, что делать. Что, своей верой надо соединить целителя в одном. Connect the power with the problem. Соединить сила к проблеме. Life is about connection. Жизнь вообще та вся о связях. Power is about connection. Вообще та власть и сила в этом мире. Success is about connection. Связи. Успех тоже приходит через связи. Healing is about connection. И здоровье тоже приходит через связи. Deliverance is about connection. Освобождение тоже люди получают через какую-то связь. That centurion thought. И этот полковник. If I can connect my servant with Jesus, the great physician, all will be well. Если мне удастся соединить своего раба каким-то образом, даже не видим какой-то веровкой, соединить целителем Иисусом, пришли сегодня. Receiving a miracle. Хотите получить исцеление? Getting your healing. Вы хотите получить освобождение? It's all about connection. Это все связано с связью. Connect the sinner with the Savior. They are the salvation. Нужно соединить Бога, у кого все возможно, то все может. Своей нуждой или своими проблемами. Connect the sick with the healer. They'll be healing. Надо знать, что Бог здесь, целитель. Надо своей верой связать себя с ним. Connect the oppressed with the deliverer. There'll be deliverance. Своей верой соединить себя с Богом, который освобождает от всего. И вы получите это исцеление и освобождение. Connect the creature with the creator. There will be a miracle. Когда вы, как создатель, как создание, соединяете своей верой создателем, connection. Обязательно произойдет чудо. The secret web. Связь. Is a connection. Связь с живым Богом. You and the Lord Jesus Christ. Между вами своей верой связывайтесь с самим Творцом. And that is what this centurion was trying to do. Вот это то, что пытался делать этот полковник. So he told Jesus, и поэтому он говорил Иисусу, my servant is at home. О Иисус, он не может сюда прийти. Sick of paralysis. Мой раб, он дома previously tormented. Он не может подняться, чтобы прийти сюда сам. And Jesus said unto him, но Иисус ему сказал, I will come and heal him. Ничего страшного, раз ты пришел, I will come and heal him. Приду к тебе домой и исцелю твоего раба. Jesus said, there is no doubt about it. Иисус сказал, приду и исцелю его. If I get there, yes, they are to the double roof. I touch him, yes, they are to the roof. He will be healed. Touch on the isolis, some more possible. This man, the centurion, и этот полковник сказал, made his training to work for him. Он сказал, что-то, которое очень сильно сработало для него. He made his profession to work for him. Он утвердил что-то так своим словом, своей верой, что сработало для него. He made his learning and experience to work for him. И он даже воспользовался своей профессией, что эта профессия сработала для него. When Jesus said, I'll come and heal him. И когда Иисус сказал, что я приду к тебе домой и исцелю. The centurion answered and said, no, Lord, I am not worthy that thou shouldest come to my house. Полковник сказал, что нет, я не достоин, чтобы ты ко мне домой пришел. He says, speak the word only. Он говорит, скажи только слово. Stay here. Ты